Привет, мистер Фримен. Что случилось, док? Здесь захлопнулся, все ключи остались в кабинете. Как я теперь попаду в него? Гордон, Барни, может, вы мне поможете? Ха, Гордон, а давай поспорим на банку пива, что я войду раньше тебя в кабинет. Что ж, Гордон, я помогу тебе выиграть спор. Оттуда по вентиляции ты сможешь попасть в мой кабинет. Наконец-то! Спасибо, Гордон! И не забудь потребовать у Барни должок.